Всем привет! Большую часть года соловьи проводят в Африке, куда улетают осенью. Однако насладиться их пением местным жителям не удастся. Соловьи поют только во время брачного периода, который проходит на родине. Соловьиные песни звучат уже 12 миллионов лет. Таков примерно возраст найденных в Венгрии ископаемых останков прародителя современного соловья. 50 дБ – это громкость пения соловья. Птицы активно поют с 9 вечера до 4 утра. В соответствии с московским городским санитарными нормами, шум в квартире с 11 вечера до 7 часов утра не должен превышать 30 дБ. От 30 до 40 км в час – такова является средняя скорость, которую развивает соловей в полете. А лидером по скорости среди птиц является иглохвостый стриж, который может разгоняться до 112 км в час. 6500 километров приходится преодолевать соловьям, которые отправляются на зимовку в Африку. Большая часть соловьев, обитающих в центральной России, мигрируют в Конго. 0,1 грамма – таков вес соловьиного язычка. Приготовленный из них деликатес подавали в Древнем Риме на лукуловых пирах. Чтобы сделать одну 100-граммовую порцию, повару приходилось забить около 1000 птиц. До 80% от своего веса. Столько корма съедает соловей, чтобы компенсировать затраты энергии на пение. 10 тысяч квадратных метров. Такову территорию занимает одна соловьиная пара в наших широтах. Самцы поют на расстоянии от 1 до 2 километров от соплеменников. 500 поющих соловьев было зарегистрировано прошлой весной в Москве. Численность обыкновенных соловьев в Европе до 20 миллионов.